В этот же день, 15 декабря, выберут и победителей марафона стройности. На интернет-портале «девятка.ру» сегодня стартовал проект «Вася жжет». Желающих сбросить лишний вес всего было около 20, но редакция сайта выбрала только 3 человек. На протяжении 15 дней участники фитнес-эксперимента в домашних условиях будут выполнять программу профессионального тренера. Как стать стройным и при этом не посещать тренажерный зал, расскажет Ксения Фрик. Молоко, кефир, яички, грудка. И, по-моему, рис. Но рис нельзя. Ограничивать себя в еде участница проекта «Вася жжет» решила осознанно. В свои 24 года Марина Ложкина поняла – пора худеть. Теперь только правильное питание. Обмануть желудок можно, уверена девушка, если жевать, например, медленно. Обычный день козы. Обычный день вегетарианца. Но необычный день для Марины. Однозначно. Сейчас бы котлетку куриную с чесночком. Марина помнит, что нежелательно есть банан, но как бы, извините, чем богатые. Отчеты о каждом съеденном кусочке еды участники проекта отправляют своему наставнику, а в ответ он высылает свои рекомендации. На 15 дней марафона стройности уже составлена программа питания. Кроме этого, каждый день физические нагрузки. Выдох, вдох. Сегодня в первый день участники должны выполнить несколько заданий. Например, упражнения на пресс 100 раз. Персональный тренер и сертифицированный нутрициолог Василий Дербенев работает с участниками проекта дистанционно. В течение дня, объясняет наставник, всегда можно найти время и на 200 приседаний, и на 150 отжиманий. И это, говорит, еще немного. С каждым днем количество упражнений будет расти, а вес уменьшаться. По итогам уже видно, то есть если человек скинул как минимум 4-5 килограмм, значит человек работал. Вот если человек скинул всего лишь 1,5-2 килограмма, видно, что где-то была халява, и поэтому где-то он не дорабатывал и жалел себя и скрывал. Тут все у нас основано на честности. То есть если ты пришел работать, ты должен выкладываться на 100% и выполнять все условия, которые тебе ставит тренер. На каждый день мы будем нажимать, у нас вот будут открываться задания на сегодня, физические нагрузки, питание прямо расписано по часам. Программу марафона стройности можно найти на сайте девятка.ру. Воспользоваться ей может любой желающий. Здесь же информация об участниках, общий вес которых на данный момент 253 килограмма. Но через 15 дней, уверены авторы проекта, эта цифра изменится. Ежедневно там будут публиковаться отчеты участников, также советы тренера и его программа. То есть все наши читатели могут следить за нами, за проектом и худеть вместе с нами. Жирота, полнота, переходи на Федота. Похудеть в домашних условиях без тренировок в зале возможно. По крайней мере, Марина Ложкина в это верит. Сейчас ее вес 67 килограммов. Цель – сбросить хотя бы 5. А еще победить в проекте «Вася жжет». Отдать свой голос за участника можно на сайте девятка.ру. Там же можно узнать меню на завтра. Итоги марафона стройности подведут в середине декабря. Ксения Фрик, Антон Мамаев и Даниил Кочкин. Бюро новостей «Давичи».